Одинцовские активисты «Единой России» помогли пенсионерке Татьяне Зюзгиной привести в порядок ее садовый участок в Юдине. Она проживает вместе со своей сестрой, инвалидом первой группы. Как отметил руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, за 4 часа волонтеры выполнили все просьбы Татьяны Евгеньевны. Главным было скосить всю траву, загрузить ее и вывести. Помощь была оказана в рамках акции «Добрые дела».